Мне неинтересно смотреть на актера, у которого нет своей тайны. Зачем я прихожу смотреть на тебя, если я все про тебя знаю? Да? У меня солнце на носу. Об этом знаю только я. Ко мне подходит партнер и говорит, что ненавидит меня. А мне все равно. У меня солнце на носу. Угу. Третья скорость. Вета, как провела выходные? Хорошо. Сидели с друзьями всю ночь на балконе. Обсуждали, кто как живет. Какие мысли? Никто ни о чем не мечтает. Солнце держи. А ты сам-то в театр не собираешься поступать? Вет, ты же знаешь, что я ничего не люблю загадывать. Ребят, ну правда. Вот хоть у кого-нибудь из нас есть какая-то более-менее четкая мечта? Да, Вет. Мне надоело жить с родителями. Очень хочу свою квартиру, в которой будет уютно и безопасно. Чтобы любовь была взаимной. Значит, мне. А я хочу, чтобы перерывы были подлиннее. Настя, подожди. Хочу Вронскую попробовать. Сделаем отрыв, хорошо? Хорошо. Чего? Я очень не хочу туда идти. Можно я не пойду? Пожалуйста. Нет, не выдумывай. Нормальный мужик. Ну, с тараканами, да. А кто сейчас без таракана? Пять, шесть, семь, восемь. Ура! Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Прямо бьем звуком. Да, хорошо. Сброс прямо. Стоп, стоп. Вадим Сергеевич. Это было хорошо. Вадим Сергеевич. Я тут. Что? А можно мне, пожалуйста, попробовать после вашей... Любимая ученица. Но я здесь. Можно мне, пожалуйста, попробовать? Вета, дорогая, а можно ты попробуешь, когда я тебя попрошу? Хорошо? Можно убрать... А можно без «можно»? А вы со мной принципиально не собираетесь работать или что? А ты хочешь испортить репетицию? Или что? Просто вы за все это время меня даже ни разу к тексту не подпустили. Очень хочется? Да. Ну, если очень хочется, попробуй. Спасибо. Так, ребята, делаем то же самое, без лежаний, начинаем сразу с приветствия. Стали на исходные. Пять, шесть, семь, восемь. Ура! Шесть, семь, восемь. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. Я тону, я тону! Помогите мне! Я скоро буду голым! Но мне нужна помощь прямо сейчас! Я смогу помочь вам в среду в 6:30 вас это устроит! Вета,
Вета. 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 Извините, а у вас не будет пара монет? У кого у нас? Ой, извините, Богоради, вам это, наверное, дико покажется. Я тут в обмену приехал, можно сказать, издалека. И у меня нет рублей. По обмену? Студент? Я здесь приглашенный режиссер. А где здесь? В театре. Почему ты приехал в Москву? Ты же можешь ставить спектакли там, у себя. Может, и могу, но не ставлю. Девочки, я уже давно ничего не ставлю. Ты ничего не ставишь, а я ничего не играю. Тебе не кажется, что мы встретились не случайно? Что это все какой-то знак? Я... Тише. Лучше не надо. Давай выпьем. Хочешь в бар? Иди ко мне. Что? А что? Я тут по обмену. По какому обмену? Ну вот эта квартира, это не моя квартира. Это квартира режиссера местного, который сейчас живет в Польше в моей квартире. Бог с ним. Живет и пусть живет. А вообще... Вообще у меня есть идея для твоего нового спектакля. В котором, конечно, ты будешь играть главную роль. Соображаешь. Тема — мечта. Сейчас как будто бы никто ни о чем не мечтает. Вот ты даже спроси там у своей труппы в Польше, и никто тебе ничего не сможет сказать. В крайнем случае скажут, что мечтают о деньгах. Люди путают временные цели с их главным предназначением. Понимаешь? Ну все, иди ко мне уже. Слушай! Тебе это, наверное, дико покажется, но я тут, типа, чтобы сделать что-то великое. Окей? Yeah.
вообще трубку вчера не брала? Я просто познакомилась с польским режиссером. И мы с ним репетировали. Он со студентами типа ставить будет? Ну, он по обмену. А для меня роли не найдется? Не знаю, подумаем. Или ваши моно спитали? Я буду всегда с тобой. Буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Но мы же крутимся вокруг чего-то. Мы сейчас вокруг чего крутимся? Вы мне сейчас что показали? Отрывки на тему окружения Анны Карениной. Понятно. Да. Слово «отрывок» что означает? То, что там должно произойти событие, и мы должны измениться. Нет. Расчлени слово «отрывок». Рывок. Раз. От. От рывка мы идем к чему? К цели. Какой? Создать общее произведение. Нет, это пафосно. Ну, ты же не вдумайся создавать общее произведение. Рассказать свою историю. От лица кого? От лица персонажа. Ты кто? Я персонаж. А на самом деле? Я — это я. Все. Вы ответили. Я — это я. Мне не хватило вас. Запомните главное. Никогда не пытайтесь никого удивить, кроме себя. Рывок только для себя. Только для себя. Алло. Света? Привет. Слушай, у меня есть новые мысли. Можно я к тебе приду? Пожалуйста. После 9 я буду на репетиции. А что репетируешь? Это длинный рассказ. Я потом тебе расскажу. Типа. Пока. Пока. Что? Сейчас то же самое, но на коленях. Давай я еще раз попробую. Сидеть. Ты слишком гордая. Катерина, она унижена. Читаем. Ну, давай. Легко жить, когда нечего терять. Да. А нечего терять, когда ты никому... Да засунь ты в жопу свою гордость, хорошо? Расскажи мне, кто ты? Я Вета. Давай. Я актриса. Ой, актриса ты. Я актриса! Да? А ты хорошая актриса? Да, я хорошая актриса, и я буду хорошей актрисой. Откуда ты это знаешь? Я потому что я буду стараться. Лерч! Я буду работать, и я стану хорошей актрисой! Из реплики Аси! Я Ася. Да. Я плод греха. Да. А может, я запретный плод? Я бастард. Я безродная. Чья ты дочь? Я дочь своего отца. Чья ты дочь? Я дочь своего отца! Хватит! Прости, пожалуйста. Не любишь его? Люблю.
дал мне жизнь. Какую-никакую, но все же. Осуждаешь, да? Прости, пожалуйста. Я все детство мечтала только о том, чтобы он увидел, чего я добилась. Чтобы я получила какую-нибудь охренительную награду. И он увидел это по телеку и понял, кого он потерял. Я Бог. Нет. Я творец? Да. А Бог? Творец? Значит, я Бог. А ты что-то делаешь? Что такое? А, это мне Роман отдал. Ему подарили. А где Лиза? А Лиза к Ире ушла. Мы же договаривались. Ну, я рада, что ты здесь. Забыл? Я тоже рад, что ты здесь. Блин, так жалко, что у меня тоже нет ванны для этих цветов. Унитаз поставь. Унитаз. Я сегодня стояла на коленях. На коленях? Да, представляешь, чтобы сделать из меня Катерину, режиссер заставил меня встать на колени, понимаешь? Че еще делали? Я этот текст весь читала на коленях. Да, мы еще энергиями обменивались. Ну, Денис, я пьяненькая, не надо. Покажу. Потом покажу тебе. Ты что такая противная, а? Чего противная? Мам, тебе даже идет, когда ты злишься. Я не злюсь. Не злишься? Да. Твой режиссер на тебя не злится? Ты ревнуешь, что ли? Нет. Ревнуешь, что ли, нет, да? Я не ревную. Вер, ложись спать. Ладно. Смотри, что мы еще делали. Ну, иди ко мне. Мы вот так вставали и сделали. Как бы все зло вымещали, понимаешь? Ну, Денис! Ты спишь? Денис, я не знаю. Ну, такого вообще никогда в жизни не было. Я каждый день о нем думаю, как будто в книге какой-то. Меня бездна какая-то засосала, понимаешь? Да, короче, у меня есть крутая тема. Называется женская энергетика. Для раскрытия чакр. Да какая медитация? Мне приснилось, что он меня поцеловал. Че, прям поцеловал? Денис. Хоть посплетничали немножко без тебя. О чем? О твоем режиссере по обмену? Угу. Как ты ее не ревнуешь? Ну а что ревновать? У нас это доверие. Давид. Тебе звонят? Я потом перезвоню. Давай я перезвоню. Нет, я...
Дай сигарет. Последний. Да ты не переживай. Я не переживаю. Слушай, я предложить хотела. Может, сделаем вместе отрывок Каренина Вронски для Лисы Алексеевны. Походу, я Каренин. Извини, мы просто с Светой уже договорились. Я есть оргазм. Оргазм есть я. Я есть оргазм. Оргазм есть я. А теперь можете потрогать себя. Почувствуйте, как ваше тело наполняется водой. Потрогайте себя, потрогайте роман. Лиз! Откуда ты взялся в моей жизни? Зачем ты мне? Через меня ты познаешь себя? Это будет мой моноспектакль? Или... или там будут еще другие актрисы, кроме меня? Мы же ставим спектакль, о чем мечтали героини русской классики. Вот я и спрашиваю. Это будет история одной героини? Или мечты разных девушек? Ром, я все сделаю. Но ты сказал, что не должно оставаться вопросов. Поэтому я и спрашиваю. Моя девочка, спектакль ставлю я. Значит, вопросов должно не остаться у меня. Здесь так бывает. Что? Ром. Ром. Мне? Когда мне было 16 лет, я влюбился в одну девочку. Ее звали Маргарита. Я пытался следить за ней, но она не обращала на меня никакого внимания. Вот в один день, когда Маргарита заговорила,
узнал, что такое счастье. Через несколько дней после этого Маргариту сбила машина. Маргарита умерла. А я еще долго потом любил ее скелет в земле. Ведь какая разница? Он на земле или под нею? Вот и я тоже сижу перед тобой. И я только скелет. Ты это понимаешь, Вета? Уже 3 дня прошло, Вера. Денис, отстань от меня. Денис, давай спать, а? Давай спать, да. Говорю. Акатов. Поговорим об осознанности. Я сегодня Анна Каренина. Может быть, я не хочу быть ею, но меня жизнь вынудила. Ну, вот такая любовь со мной случилась. И я становлюсь и Карениной, и Вронским, и всеми другими. Но я не бояю персонаж. Это я. Я всегда остаюсь я. Я честно влюбилась. Я честно. Добровольно наказала себя отречением от другого мужчины. От сыночка Сереженьки. Самого важного для меня существа. Нет, это никуда не годится. Что не так? Что-то в тексте? Нет! Это слова! Просто слова! Это ты бездарно играешь. Просто бездарно. От них ноль чистых эмоций. Ты что-нибудь знаешь, как себя ведет женщина в отчаянии?
Или ты настолько неопытна, что не знаешь, как себя ведет женщина в трудной жизненной ситуации? Да ты не умеешь злиться! Да ты как... Як то все называлось, прошу, бар... Ты размазня! Размазня! Знаешь, молоко на губах высохнет, вот тогда и приходи ко мне! А сейчас уходи! Уходи давай! Совсем уходи! Алексей Вронский, барабанная дробь. Денис Акатов! Один состав. Другого не видать. Твою мать! Давай дальше. Алексей Каренин. Паша Точилин! Хорош! Ну и на сладкое. Анна Аркадьевна Каренина. Елизавета Абакумова. Могу я себе оказать, пожалуйста, моей жены? Позвольте. Алиса Алексеевна, я фру-фру. Всего сердца. Лошадь Вронского, которую потом пристрелит? Алиса Алексеевна, а почему не я? Мы же приносили с Лешей вам отрывки, вы сказали, что вам все понравилось. Вот Денис Вронский, это шутка? А еще вопросы? Сели. Сядьте. Браво. Все высказали? Я все поняла. Я все услышала. В этой жизни, выходя из подъезда, мы уже играем роль выходящего из подъезда. Потом одеваем в течение дня много-много ролей на себя. Как и в жизни. Потом мы одеваем роль любимой, роль мамы, папы. Не курю. И каждый человек в этой жизни рано или поздно готов к той или иной роли. Это важно учитывать. Мы говорим все время про осознанность. Денис и Лиза, встаньте, пожалуйста. Просто на сегодняшний день, на сегодняшнюю минуту, на сегодняшнюю секунду они для себя сделали внутри себя открытие в этом произведении. Я не люблю слово, вы знаете, отрывок. Они сделали часть и показали. Что сделали? И это было прекрасно. Мне точно есть за что себя уважать. Ром! У тебя что, кот живет? Нет, он не мой. Он перепрыгивает с соседнего балкона. Ему меня больше нравится. Вет! Вета! Помоги мне! Иду! Твой папа ушел навсегда? На 2 года. Потом вернулся за вещами. Что было дальше? У нас есть какие-нибудь другие темы?
потом он ушел. Опять. А потом я узнала, что он женился на девушке, которая мне в сестры годится. И я подумала, что он тогда не маме изменил, а мне. А твой папудя? Тоже ушел. Взрослый мужчина и Лолита. Лолита. Ром. Ром, ты чего? Ром. Ром, открой дверь. Страшно? Ром, открой дверь. Ром, открой дверь! Ром, открой дверь! Открой дверь! Вот что чувствует женщина в тяжелой жизненной ситуации, девочка. Сиди внутри и запоминай чувства. Ром, какие чувства? Просто с ума сошел. Княжна помогает делать бал веселым и интересным. Анна Аркадьевна, тур вальса? Я не танцую, когда можно не танцевать. Но нынче нельзя. Но если нынче нельзя, так пойдемте. Но она не может ему кивнуть в ответ. Весь смысл сцены в том, что... Алиса Алексеевна, весь смысл сцены в том, что она не замечает поклон Вронского, и это его волнует. Опять? А круто. Она права? Да. Продолжайте. Ребят, давайте сначала. Пожалуйста. Серьезно? Очень. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ча-ча-ча. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ча-ча-ча. Ярче, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, ча-ча-ча. Стоп. Алиса Алексеевна, а может мне реплику можно дать? А можно и реплику дать? Да можно. Ага, она сказала можно. Браво. Зачем ты звонила? А все-таки с кем я говорила? С моей помощницей. Не забывай, я тут по обмену. Мне бывают нужны помощницы. А ты всегда такой ходишь на репетиции? Какой ты? Красивый. А твой парень, он типа красивый? Мужчину красит не внешность. Значит, умный.
Очень красивый. Значит, парень все-таки есть. Хорошо, продолжим с Карениной. Это твой маленький сын Сергей. Я твой муж Каренин. Забери его у меня. Отдай мне ребенка. Ты думаешь, я позволю своему сыну расти в семье, где не знают чести? Любовь выше чести. Любовь выше всего. И тот, кто преграждает мой путь к любви, будет... Но тебя... Тебя я прошу по-хорошему. Мне не страшны твои угрозы. Где ты, где я? Не забывай, твоя судьба в моих руках. Кстати, и Сережа тоже. Послушай, Сережа ни в чем не виноват. Ему нужна мать. Не тебе лишать его счастья. И не ему расплачиваться за мои грехи. Здесь ты права. Потом я готов дать тебе шанс. Хочешь видеться с сыном? Расстанься с Вронским. Я думаю, мы можем пустить подобный слух. Нет. Ты не понимаешь. Мне нужен полный разрыв отношений с твоим мерзавцем. Почему ты не пахнешь? Плюнь, ладошка. Это не серьезно. Репетиция окончена. Ах, какой прекрасный вечер! Классно. Супер. Молодцы. А почему ты здесь куришь? Ну, во-первых, не ты, а вы. Я сейчас напишу бумагу, и я отчислю чертовой матери. Ну, всех-то не отчислите. Посмотрим. Жил-был один охранник.
женился. У него родилось трое сыновей. Они все тоже стали охранниками. Потому что они всегда все охраняли. Охрана, встает охрана. Ты меня сегодня удивил. Нет. Послушай. Да, сейчас непростое время, я знаю. Я тебя люблю не как мужчину. А как друга и как брата. Пожалуйста. Обними меня. Спокойно, спокойно. Обними меня, пожалуйста. Все, хватит. Хватит, пожалуйста. Все, хватит. Прости меня. Да. Дело не во мне, да. Нет, дело не в тебе. Да, я все прекрасно понимаю. Я же не режиссер. Из-за границ. Я же не могу тебя звездой сделать. Спектакль на тебя пошли. В главной роли, да? Фу, ты просто мерзкий. Уйди, Денис! Лет, ты как настрадаешься? Приходи репетировать, ты же все-таки режиссер. Без тебя мы не справимся. Все, конец. Я просто запуталась. Не понимаю, люблю его или нет. Кого? Кого из них? Ты же сейчас не о Денисе говоришь? Нет. Это польский режиссер. Роман? Так он Роман? Роман, который долго-долго смотрит на девушку. Я ему эту фишку подарила. Он учился у меня, ушел с первого курса, а актер никакой. Я ему однажды сказала, не знаю, что делать на сцене, просто долго-долго смотри на девушек. Этот актер теперь играет роль режиссера, который тоже нахер никому не нужен. Кроме тебя, да? Я пришла проститься. Это наша последняя встреча. До свидания, Роман. До свидания, медведь. До свидания, новозеландский савиньон. Я говорю серьезно. Вет, я не знал, что ты такая жестокая. Неужели тебе нравится разбивать сердца? Мне нравится залезать в самые укромные уголки души. Но я там ничего не трогаю.
Ау! Ку-ку! Здрасте. Здрасте. Кто? Ну, это скорее вы кто? Я Вета. А это очень хорошо. А Сергей Соловьев? Где? Польша. По обмену. Польша. А я ему цветы принесла. А давайте я их возьму. Ну, возьмите. Вета. Алексеевна умерла. Какой ты будешь через 20 лет? Я буду честной. Ура! Кем ты будешь через 30 лет? Сколько детей у тебя будет? Кто из вас станет артистом? Где будешь ты через 40 лет? Ты будешь жить через 50 лет. Через 20 лет будут яблоки. Да клубника, а малина, а смородина. Через 20 лет будет мир. Когда мы умрем? Когда? Когда-нибудь. Правильно. Играем. Поехали. Вета? Привет. Ты уже ушла? Что тебя здесь нет?
если мы с тобой репетируем спектакль, то не значит, что я приглашаю тебя жить в моем доме. Если мы... Что делаем? Послушай. Если ты себе придумала сказочку, то почему я как-то должен в ней участвовать? Есть такое понятие — личное пространство. Я рад тебя здесь видеть, но не всегда. Есть чувство такта. Ты должна была уйти. А я бы тебе еще позвонил потом. Люди разные. Я такой, ты такая. Я живу один. Всю жизнь. Нет. Ты же не настолько бесчувственный. Что ты имеешь в виду? Мы занимаемся репетициями. Но это не значит, что ты теперь здесь живешь. Занимаемся репетициями. Да у меня вся жизнь перевернулась, пока мы с тобой занимаемся репетициями. Вета, здесь не курят. Извини. Курда матч. Мы проводили Алису Алексеевну. Это было нелегко. Это и не может быть легко. Нам нужно хранить память и быть вместе. Зная Лису Алексеевну, она бы точно хотела, чтобы мы довели спектакль до конца. Тем более, что она сама передала Каренину Вете. Что? Никита, ты серьезно? Вет, ты готова доделать спектакль одна? Меняйте сразу. Себя меняйте через каждые 5 лет. Тогда классно проживете. Что такое жизнь? Ее надо тратить, она для этого нам и дана. Пустую? Никто не знает, что такое пустота, тьма. И в пустоте можно найти пустоту. Смотря на речку, можно найти смысл жизни. И не надо его искать. Живем здесь, сегодня, сейчас, в моменте. Все.
Вы кто? Вы уборщица? Я тебе сейчас покажу уборщицу. Это? Что ты здесь делаешь? Ром, ты кто? Муза. Я его муза. Знаешь такое слово? Ты больная? Это ты больная. А я еще извиниться хотела. Ромашек купила. Думала, у тебя ручка болит. Переживала. Вышла отсюда. Смотри, вообще стопудовый варик. Девушка. Чё такая красивая, такая одна? А? Да, красивая. Да, одна. Пацаны, а вы чё кожаные-то такие? Вы чё, панки? Чё, не видно, что ли? Панки! Тихо! Давай мы просто посмотрим, что там в сумке. Вау, это ножик, что ли? Пацаны, а давайте-ка на вегеланскому свиньончику бахнем. Пойдем. Ну пойдемте, посидим, поболтаем. Все, расслабься, пойдем. Да пойдемте, мальчики, ну по савиньону! Счастливый день у тебя! А ты нож забыл, подожди! Пангихоль! Пангихоль! Lord, I don't wanna get up today. I don't feel my legs, but I have bloody power inside. I will dance. This is the world full of pain, dry and tears, and I need to move on and forgive. Music will never betray me. I still dance. And I wonder why the night alone is so. Standing woods turn into black after midnight, but they can become you, and there's no one to blame. Here is morning again. Here is morning again. Она чувствовала себя столь преступной и виноватой, что ей оставалось только унижаться и просить прощения. А в жизни теперь, кроме его, у ней никого не было. «Все кончено», — сказала она, — «у меня ничего нет, кроме тебя. Помни это». Понимаешь? Несмотря на это унижение, она сейчас... Она самый счастливый человек на Земле, понимаешь? Она говорит, «все кончено», но это значит, что все только начинается. Она... Не знаю, они отдались друг другу, ребят, они обожают друг друга, у них случилось, понимаете? Ищите глубину. Давайте попробуем, пожалуйста. Попробуй, Лиз. Все кончено. У меня нет ничего, кроме тебя. Помни это. Лиз, ну ты не понимаешь или что, я же... Она должна сказать это искренне, она его обожает, он главный человек в ее жизни, понимаешь? Лиз, ну давай, пожалуйста, ну мы же это пробовали, сделай, умоляю. Все кончено. У меня нет ничего, кроме тебя. Помни это. Давайте сделаем перерыв. Можно присоединиться? Да.
Как репетиции с Вадимом? Ну, такое. С тобой намного интереснее. Спасибо. Прости, пожалуйста, я... Если ты права с Денисом, то я все понимаю. И не обвиняю ни тебя, ни его. И про то, что я буду жить у него в комнате, тоже знаешь? Да. Он не герой моего романа. Спасибо. Ты тоже больше не героиня моего романа. Я понимаю. Спасибо. Вот это тебе. Тут, правда, на одно лицо. Думаю, тебе будет интересно. Что это? Проходка на твоего этого по обмену. Сходишь, сделаешь ему сюрприз. Спасибо. Лиз. Почему ты раньше не говорила про свои чувства? А ты не спрашивал? Пап, Вета, а что ты тут делаешь? Привет. Привет, друзья. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в театр. Время сейчас непростое, тяжелое, специфическое, прямо скажем. Как вы знаете, у нас идет сейчас сезон польских режиссеров. И вашему вниманию сегодня будет представлена работа польской команды с русскими артистами. Мы сплетемся в славянском узле, соединив Запад и Восток. Как вы понимаете, сегодня прогон. Мы позвали только самых близких, самых, так сказать, дорогих, тех, кому мы доверяем, и тех, кто в нас верит. Спасибо вам большое за ваше внимание и приятного вам просмотра. Каждый мечтает дотянуться рукой до небес. 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 Понимая, что это невозможно. Я осел. Я плод греха. Где же мой папа, скажи? Все, о чем я мечтаю, это лишь о том, чтобы мой папа увидел меня и понял, что потерял. Легко жить, когда нечего терять, а нечего терять, когда ты никому не нужен. Влюбилась и честно добровольно наказала себя отречением от другого мужчины, от сыночка моего, Сереженьки, самого важного для меня. Можете ли вы представить, как ведет себя женщина в отчаянии? Лопата, 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 лопата. Лопата, хорошо, пожалуйста. Шило. 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 Шило.
Шило! Шило, отлично! Выдохнули. Хорошо растерли еще раз кисти. Еще раз прогладили. Верхнюю нижнюю челюсть, отлично. Все понятно? Да. Поехали! Денис, прости меня. Нет. Денис, прости меня, пожалуйста. Нет. Денис, прости меня, пожалуйста. Нет. Прости меня, Денис. Нет. Нет. Прости меня. Нет. Нет. Прости меня, нет. Слышишь? Прости меня, пожалуйста. Нет. Прости меня, Денис. Нет. Прости меня, пожалуйста. Нет. Прости меня, пожалуйста. Нет. Прости нет. меня, Денис, прости нет. меня. Прости, пожалуйста. Нет. Денис, прости нет. меня. Прости, нет. пожалуйста, прости. Нет. Что есть любовь, подневольная вольница вечных стихов, молодая поклонница. All you need is love в голубых небесах, что из письменных глав превратится в слова на твоих устах. Стоим! Не умрете! Ну-ка, вот, наверх. Оп, красиво, лопатки. Молодец. Вета, лучше можешь. Вет, есть минутка? Мы с Лешей готовы. А к чему? Ну как, тебе самой приятно репетировать со своим бывшим, который ушел от тебя к лучшей подруге? Неприятнее ли будет репетировать с нами? Ты сама знаешь, мы талантливые ребята. И тоже пробовались на Каренину с Вронским. Ребята, Алиса Алексеевна всех выбрала. Нет, ты не поняла. Сейчас все против тебя. Никто не захочет с тобой работать. А мы за тебя. Мы будем твоими союзниками и сотворцами. Настя, Алиса Алексеевна всех выбрала. Мое дело поставить. Даже если у меня останется один актер, я справлюсь, окей? Давайте посвятим этот спектакль Алисе Алексеевне. Да, да. Раз, два, три! Что это было? Понятно.
Ну, тогда можем расходиться. Вадим Сергеевич, ну подожди. Никит! Сколько можно ждать, Никит? Я уже подождал. Они учатся на актеров, ты понимаешь? Они должны играть, а не бегать по коридорам. Лучше бы они у тебя просто стояли, я не знаю. Театральный институт — это место эксперимента, свободы, пробы. Проба должна быть любая. Это живая ткань. Да, Никит, очень хорошо, очень хорошо. Тогда тихонечко запирайтесь по подвальчикам и пробуйте. Пробуйте, пока не прощупаете там живую ткань, понимаешь? И не надо претендовать на то, что эта дилетантская работа будет выставлена на экзамен. У меня все. Я не мальчик. Девочка? Как обычно. Да, талантливый эксперимент. Мы по подвальчикам пихаем, а вы здесь ваяете. Жрицуете свои собаконосения. Не трогай мои спектакли. Что ты от меня хочешь? Что? Чтобы он встал на коленку, ручку я взял, поцеловал. Что? Никит, хочу простого человеческого счастья. Понимаешь, вот это вот от существа к существу, от существа. Вадик. Сядь, пожалуйста. Когда я попрошу, встанешь. Это несправедливо. По-моему, это правда было очень круто. Сядь, пожалуйста, Соня. Вадим Сергеевич, ну ты ж сами учились. Ты прав, сам, да. Вы не можете здесь принимать решения, понимаешь? Его, как старший педагог по актерскому мастерству, принимаю я. Все очень просто. Этот спектакль не допущен до экзамена. До свидания. Мужик умирает и попадает в рай. Ну и у Бога спрашивает: Господи, вот жил всю жизнь и задавался вопросом, зачем я живу, в чем смысл моей жизни? Ну и Бог ему: помнишь, в 83-м году в ресторане мужику ты соль передал за соседним столом? Да, помню. Ну вот. Ты, главное, не расстраивайся. Мне кажется, то, что говорят педагоги, вообще совершенно не важно. Да важно, пап. А, кстати, у меня тут выходы есть на театр. Если хочешь, могу тебя туда устроить режиссером. Я вообще совсем могу помочь. А Ром твоего с его бабой отправим ближайшим в Польшу. Пап, не нужна мне твоя помощь. Видишь жабу? На это похоже. С которой мне Роман изменил. Пап, где ты раньше был, а? Я тебе письма писала. Писала и складывала их в одно место. А потом мама их нашла и все разом уничтожила. А я бы хотела, чтобы ты их прочитал. Послушай, малыш, если тебе кажется, что взрослому мужику так же легко все исправить за одну секунду, ну, ты глубоко ошибаешься. Но я тебе обещаю, я больше никуда не пропаду. Ну, а кто должен быть сильнее, скажи? Ребенок или взрослый? Кто должен объясниться, сказать что-то? Кто должен сказать хотя бы пару слов перед тем, как проститься на много лет, а? Пап! Ничего, что я сплю. Привет, знакомься, это моя жена Марина. А я вас знаю. Правда? Да, вы же актриса, да? Хороший спектакль устроили. И вы? Да, спасибо, Вета. Очень приятно. Кстати, дочь, это я Марину в наш театр устроил. А, так ты Котина дочь, получается? Слушай, сейчас главную роль играю. Мне кажется, ты можешь занять мое место. Войти в состав, понимаешь? Будем меняться с тобой. Станешь большой актрисой.
Так вы хотите мне купить? Нет. Просто совсем по-другому тебе представляла. Я думала, что такая с бантиками на косичках, это ничего. Взрослая уже такая барышня. Будем дружить, детка. Я тебе не детка. Это раз, пап. А что вообще происходит? Это два. А, девочки, ну вы чего, не ссорьтесь. Ничего, ничего, все хорошо. Не будем дружить, поняла? Пап. А что ты, что сразу папа? Ты вообще не боишься, что я просто возьму сейчас и все расскажу? Вообще. Я помню себя в ее возрасте, вообще такая же фантазерка была. Ты старше меня на год. А мудрее на 10. Пап, а ты с ней счастлив? Ты знаешь, очень. А помнишь, я тебе про жабу рассказывала? Да, да, привет, это я. А, слушай, я хочу, чтобы ты этого польского режиссера отправил домой. Да, я не хочу, чтобы он был в моем театре. Да, 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 сейчас приеду в театр, разберемся. А ты откуда знаешь? Сложно не узнать, что твой мужчина спит с другой. Да, смешно получается. Никогда не думала, что окажусь в любовном квадрате со своим отцом. Дядя, мне очень понравилось, как мы вот в первый раз сделали. Помните? Такая была и дружба, и такое, ну как все. Вот это с этими веревками. Сделаем еще раз, хорошо? Еще в последний раз сделаем. Мои хорошие, на сегодня репетиция окончена. Спасибо вам большое. До завтра. Рома. Я не знаю, что ты там сделал. Но ты у нас больше не работаешь. Без вариантов. Уходи. Пигалица. Думаешь, если отец типа крутой, тебе все можно, да? Решила забрать спектакль? Ну, делай сама. Ни хера у тебя не получится. Ты вообще когда-нибудь слышал слово «пигалица»? А почему ты правда не хочешь сама поставить? У тебя же все готово. Понимаешь, жалеешь потом не о том, что не получилось, а о том, что даже не попробовал. Ну а как же с театром? А что с театром? Это же твой спектакль, а не этого по обмену. Эй, детка, давай, жги! Thank you.
все тебе. Девушка! Девушка! Простите, пожалуйста, а у вас не будет пару монет? Только вы не подумайте ничего плохого. Я на самом деле вот прямо только что приехал сюда по обмену. И у меня совершенно нет рублей. По обмену. По обмену. Вет, ты что, куришь? А ты? Только когда моя коза не видит. А... Ой, пап. Что с тобой? Что-то не свежее съел, наверное. А ты уверена? Не смотри на меня так. Все, проехали. А как ты думаешь, кто нами правит? Судьба или мы сами? Не знаю, пап. Я сама. Если бы я знала, что где-то есть мой папа. Если знала бы я, что я прекрасна, и мне не нужно ничего в себе менять. Если бы каждый шаг мой оставался безнаказан. Если бы все то, что есть во мне, могла бы я выпустить наружу, стала бы я провоцировать. Стало бы нарочно сводить с ума. Взять его за руку и шагать вместе, шагать вперед. Если бы я могла держать тебя на руках, мое солнышко, я отдала бы все на свете. Если бы я когда-то знала, что такое мой младенец, в этом мире могли быть только ты. Если бы я только поняла это чуть раньше. Йота? Ты в порядке? Сейчас. Пройдут часы, дни, месяцы, годы, века, не вспомнят и нас. Но сейчас мы здесь. И прямо сейчас наше время.
Можем начинать? Я муравей. У меня нет авторитета. Я понимаю своих родителей. Я деталь. Я — это я. Я самурай. Это мой путь, как путь самурая. Он ни на кого не похож. Я выбираю этот путь. Всегда выбирайте трудный путь. Тогда у вас не будет конкурентов. Стопинг.